о вязании. Я создаю обучающие мастер-классы по вязанию спицами для начинающих. Для того, чтобы вязать по моим видеоурокам, достаточно уметь вязать лицевую и изнаночную петли. Все остальное есть в моих мастер-классах. На сайте melanida.ru можно зайти и посмотреть все анонсы на мои платные мастер-классы и, соответственно, приобрести. Для того, чтобы иметь доступ к закрытым распродажам, можно зарегистрироваться на сайте melanida.ru, оставив свой электронный адрес, и вы будете получать рассылки со всеми закрытыми распродажами. Также есть серия бесплатных мастер-классов, они находятся на этом YouTube-канале. Можно просто забить в поисковой строке «Юлия Мупкина. Бесплатный мастер-класс». И высветятся все бесплатные видеоуроки, которые есть. Сегодня по вашим просьбам, почему я стою с клубками в руках, я по вашим просьбам сегодня расскажу, как я вязала джемпер, вот этот на фото. Теперь второе фото. Фото из интернета, описание, которое было использовано для создания работы по предыдущей фотографии. Сегодня это не будет мастер-класс, но я надеюсь, что я смогу подробно объяснить, как вяжется эта вещь, для того, чтобы вы смогли ее связать, я не сказала бы без меня, но как бы частично со мной, частично проявив свою фантазию. Дело в том, что описание в интернете дано или на японском, или на китайском языке, не суть. Суть в том, что там дана выкройка, нам нужна только выкройка, поэтому как с ней работать и какого размера нужно связать изделие, с какой плотностью, с какой пряжей и каким рисунком, я сегодня расскажу. Итак, первое. Я расскажу пряжу, которую я использовала, и размер спиц. Затем вместе с вами мы свяжем образец, а затем уже поговорим о выкройке. Далее нужно будет аккуратным трикотажным швом соединить изделие, все выполнить соединительные швы. В принципе, все. Дальше нужно будет правильно ухаживать за изделием, и можно будет носить. Итак, пряжа, с которой я работала, это турецкая Ализе, всеми любимая, всеми известная, Cotton Gold. Я с тобой взяла два оттенка, я вязала вот этим цветом, скажу сейчас цвет, 166. Если вам понравился коралловый цвет, это цвет 38, то есть светло-сиреневый и коралловый цвет. Я вязала спицами 4,5 на леске 60 сантиметров Ази. Также мне очень нравится спицы Knit Pro, поэтому если вы еще только начинаете вязать и выбираете ваши любимые спицы, какими будут ваши любимые спицы, выбирайте из перечисленных, то есть это Adi, Knit Pro или Lana Grossa, тоже хороший вариант. У них леска очень мягкая, не мешает вязать во время работы, и петли очень плавно скользят, не цепляются, не наоборот, не слишком быстро, поэтому вернемся к этой нити. 55% хлопка и 45% акрила. Производитель рекомендует спицы 3,5-5, вот как раз для нашего узора и для нашей модели потребуется спица 4,5, потому что если вязать более плотнее, будет немножко не тот результат. Эта нитка мне очень нравится, потому что у меня скрутка такая, как если бы взять ниточку, вот так скрутить, она прям как пружинистая. Что позволяет новичкам вязать петли очень ровные, аккуратные, красивые. Поэтому я за эту пряжу. Если вы с ней еще не работали, посмотрите на нее поближе. У нее палитра очень хорошая и ухаживает за изделием очень хорошо. В составе акрил, который позволяет изделию также не растягиваться, и нет ни катышек. В общем, мне эта пряжа нравится. Вот пряжа ближе. Ализе Cotton Gold. С этой стороны мы видим, что в составе 55 хлопка, 45 акрила. Рекомендованные спицы 3,5-5. Повторюсь, я вязала на 4,5. Рекомендована ручная стирка. И, конечно же, бережное глажение. Имеется в виду, что когда мы отпариваем изделия, мы используем низкие температуры. Что еще? Здесь плотность вязания, 26 петель, 38 рядов, дает 10×10 сантиметров квадратик. Но нас это не интересует, потому что мы будем высчитывать самостоятельно нашу плотность вязания. Касательно самой нити, посмотрите, такая вот она скрученная. Как будто вот так ее много-много раз крутили, и она как будто бы пружинит. Но на самом деле она не пружинит. Смотрите, я тяну, она не становится длиннее.
поэтому она очень упругая. И такая скрутка удобна для начинающих вязальщиц тем, что когда мы вяжем, нет возможности случайно проткнуть и раздвоить ниточку. Поэтому ей вязать очень удобно, и петли получаются очень аккуратные, потому что нитка не торчит, она аккуратно формируется в петлю. Сейчас мы с вами будем вязать образец, и вы это увидите. Давайте сейчас перейдем к вязанию образца и вместе свяжем, сосчитаем плотность вязания для того, чтобы в дальнейшем понять, как нужно, какой квадрат, какой ширины нужно связать. Единственное, что для того, чтобы узнать ваш размер, достаточно измерить себя в обхвате груди, поделить пополам. Если у меня 84, я делю пополам, у меня 42 размер. Прежде чем начать вязать образец, посмотрите, что нас ждет. Нас ждет вот такой образец. Сейчас покажу смысл. У нас идет ромб сюда и сюда. Мы убираем 2 петли вместе в каждом ряду и накидами компенсируем отсутствующую петлю, когда мы убавляем одну. Вот так, вот так. И дальше у нас в 7-м ряду будет вот такая вот вещь. Нет, это какой? Да, в 7-м ряду будет такая вещь, когда мы будем провязывать дополнительный ряд с движением исключительно в левую сторону вот этой петли. Вот это, чтобы вот эта полоса у нас шла влево. Чтобы ромб у нас не разрывался на части. Вы можете сфотографировать, сделать скрин, да, скрин экрана, чтобы видеть, что в результате у вас получится. Я постаралась рассказать очень подробно. Для самых терпеливых в конце вязания по рядам ждет вознаграждение в виде схемы. Но об этом потом. Поэтому давайте приступим к образцу. Для образца наберем 30 петель, свяжем 8 рядов резинку 2 на 2, а затем перейдем к узору. Для того, чтобы набрать 30 петель, отложить можно примерно 60 сантиметров ниточки. Набираем мы петли на одну спицу, для того, чтобы край не был слишком широким снизу. Я набираю вот так, возможно, вы делаете как-то иначе, не принципиально. Итак, мы набираем 30 петель на одну спицу. В самом начале там у нас есть еще рисунок резиночка 2 на 2 снизу и на рукавах. Поэтому давайте мы как раз и начнем с резинки, для того, чтобы резинку тоже замерить и определить ее плотность. И потом плавно перейдем на сам узор, так как мы это будем делать, когда вы приступите уже непосредственно к самому вязанию. Итак, набираем 30 петель. Набрано 30 петель. Хочу обратить ваше внимание, что когда вы рассчитываете петли, поскольку мастер-класс он короткий, не подробный, больше рассчитан на самостоятельность, я даю вам только азы. Поэтому обратите внимание, что когда у нас резинка 2 на 2, да, 2 лицевые, 2 изнаночные, она должна быть кратно 4. Поэтому должна делиться на 4, для того, чтобы у нас сохранялось все время вот это чередование 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, при соединении со следующей деталью должно дальше идти чередование 2 лицевые, например. Поэтому мы ряд начнем с 2 лицевых, и ряд должен закончиться 2 изнаночными. Если кратно 4, то значит проверяем. У нас 30 петель, мы отнимаем 2 кромочные, остается 28 петель. Мы делим на 4, отлично, у нас будет 7 таких раппортов. Поэтому у нас все получается. При рассчитывании петель обязательно посмотрите, чтобы количество петель, которое будет у вас на резинке, чтобы они, это количество делилось на 4 плюс 2 кромочные. Итак, наше количество петель 30 вполне соответствует этим расчетам, поэтому продолжаем. Мы набрали 30 петель. Первая петля всегда снимается, последняя всегда провязывается изнаночной. Итак, мы вяжем резинку. 2 лицевые, 2 изнаночные. Выбирайте для себя удобный способ, как вам нравится вязать, классическими или бабушкиными петлями. Важно, чтобы вы видели и отличали, где лицевая петля, где изнаночная. И важно при оформлении узоров не переворачивать петлю, не скрещивать. На самом деле в первом ряду это не видно, я чуть больше провяжу и покажу вам, о чем я говорю. Итак, вяжем, чередуя 2 лицевые, 2 изнаночные. Ряд у нас заканчивается на 2 изнаночные. И последняя кромочная также будет изнаночная. Итак, последние 3 петли получатся изнаночными.
Второй ряд здесь все просто. Первая снимается петля, дальше у нас по рисунку 2 лицевые, мы вяжем 2 лицевые, дальше чередуем 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Вот здесь уже, конечно, если вы вяжете классическими петлями, то у вас по-другому они будут смотреть в какой-то момент. Вот посмотрите, сейчас ближе покажу, что такое открытая либо закрытая петля. Вот это у нас петля открытая, вот она. Она видна, она к нам на нас смотрит. Я вот ее провязываю, она по-прежнему вся открыта. Если я возьму за дальнюю стенку и вот так ее провяжу, она получается закрытая. Прям видно, что вот она скрещенная. Да? Если петли у вас получаются не такие, непонятные, а закрытые, значит вы берете не за ту стенку. Поэтому я вяжу бабушкиными. Если вы еще определяетесь, какими петлями вам вязать, и вам удобно вязать и теми, ну, возможно, для того, чтобы не путаться сейчас, вяжите так же, как вяжу я. То есть лицевая у меня за переднюю стенку, соответственно, изнаночная тоже за переднюю стенку. Давайте свяжем, вот мы связали уже 2 ряда резиночкой. Давайте свяжем еще 4 ряда, даже нет, 5-6, 6 рядов, итого 8 рядов резинки, для того, чтобы все-таки адекватные были замеры. 8 рядов резиночки, и далее к рисунку перейдем. Связано 8 рядов резинки 2 на 2. Теперь мы приступаем к вязанию образца. Прежде чем приступить к вязанию образца, давайте посмотрим, каким он будет. У нас вот такие вот будут ромбики. Мы свяжем 3 раппорта. Каждый ромб у нас состоит из 7 петель плюс 1. 7 петель плюс 1. То есть раппорт 8 петель. 1, 1. Мы будем вязать вот так. У нас будет 2 ромба и пополовине. Для того, чтобы понять, как ромб может быть потом соединен, когда мы выполняем боковой шов. Итак, смотрим, если у нас здесь 8, здесь 8, здесь у нас будет 4 и 4. 8 на 3. 8 умножить на 3, 24, плюс 2 кромочные. У нас должно получиться на рисунок 26 петель. У нас на резинку набрано 30 петель, поэтому нам нужно еще 4. Тогда мы сделаем вот так. Мы свяжем, вот здесь будет наш еще 4, то есть 8. Мы свяжем вот таким образом. Здесь будет пол узора, для того, чтобы вы понимали, как вяжется половина узора. А дальше будет у нас 3 полноценных ромба. 8 на 4. 8 умножить на 3, 24. И плюс 6, 30 петель получится у нас. Вот таким образом мы наберем 30 петель. И затем смотрите, что мы делаем. Для того, чтобы у нас формировался ромб, нам нужно здесь провязывать 2 вместе с наклоном влево. Здесь, например, 2 вместе с наклоном вправо. Каждый раз на спице у нас должно быть одинаковое количество петель. Если мы делаем 2 вместе, провязываем, то значит нам нужно накидом компенсировать новую отсутствующую петлю. Поэтому там, где мы будем провязывать 2 вместе, у нас будет накид. Это мы сейчас будем делать все вместе. Схему я вам не даю. Мы будем понимать, что мы вяжем, и будем видеть, как рисунок сам нас выводит на ромбы. Поэтому вяжите вместе со мной по рядам. Важно понять, что у нас раппорт составляет 8 петель. И давайте мы начнем тогда не с 4, а мы вот так вот начнем. 1 туда-сюда, туда-сюда. Вот здесь будет 1. И здесь оставшиеся сколько у нас? 3 петли. Вот таким образом. И здесь у нас еще плюс 1 кромочная. Плюс 1 кромочная. Проверяем. 8, 8, 8. Так, вот 8, 8, 8, 4 и 1. Вот этот вариант сейчас мы набираем. Будем вязать, из этого варианта у нас состоит узор. Провязана резинка 8 рядов. Мы начинаем вязать. Первая петля кромочная. Далее 1 лицевая петля.
И теперь мы начинаем двигать ромбики, формировать и компенсировать две вместе накидом. Значит, сейчас мы вяжем накид, и 7 петель у нас участвуют в ромбе. Для этого мы начинаем уже отсчет. Смотрите, сейчас петли нужно повернуть так, чтобы правая петля накрывала левую. Две вместе мы провязали, а накид у нас уже компенсирует отсутствующую петлю. Поэтому у нас все в порядке. Так, 2, дальше 3. 4, 5, 6 и 7 провязываем 2 вместе в правую сторону, они должны смотреть. Для этого мы смотрим на наше вязание и делаем так, чтобы у нас левая петля накрыла правую. Я их развернула, я вяжу бабушкиными петлями, и у меня левая петля накрывает правую. И опять делаю накид. Значит, я убавила, компенсировала накидом с правой стороны. Затем сначала убавила, теперь компенсирую накидом. Одна петля у меня будет в центре, вот она. И повторяю теперь точно такое же действие, которое мы выполнили здесь. Накид, 2 вместе в левую сторону, когда правая петля накрывает. Дальше это у нас 3 петли, 3-я вот петля, 4-я, 5-я. 6-ю и 7-ю я вяжу вот так. Петли должны быть правильно развернуты. Сейчас я просто распускала, поэтому они у меня лежат как нужно. Опять накид, лицевая, накид. Разворачиваю петли так, чтобы они у меня вправо, точнее влево смотрели. Третья, четвертая, пятая, шестую, седьмую я уже вот сюда. Накид, одна лицевая, накид и 3 петли вот у нас осталось, которые по схеме, вот они. Я их разворачиваю также и провязываю 2 вместе. Дальше по рисунку. Итак, когда мы все это дело сделали, у нас на спице по-прежнему 30 петель. Повторю, что мы делали. Мы провязали одну кромочную, затем одну лицевую, затем сделали накид и провязали 2 вместе вот здесь. Когда мы здесь 2 вместе провязали, у нас здесь осталось сколько петель? 3 петли. И мы вот здесь тоже провязали 2 вместе и компенсировали накидом. Здесь 2 петли задействованы, и здесь 2 петли задействованы. Это 4, значит, здесь было 3. Потом мы провязали одну лицевую, сделали накид, провязали 2 вместе сюда, 3 лицевые, 2 вместе сюда. И сделали накид, опять лицевую и так далее. Угу. Дальше мы вяжем изнаночный ряд по рисунку. Итак, второй ряд раппорта мы вяжем по рисунку. Что такое по рисунку? У нас все петли изнаночные, значит, мы вяжем изнаночными. Смотрите, все накиды мы провязываем также изнаночными. Вот так, 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 так. Сейчас дойду до накида, еще раз покажу. Вот он накид. Изнаночные. Угу. Давайте будем сейчас считать ряды узора. Мы 8 петель резинки сейчас не задействуем в нашем разговоре. И сейчас мы провязали второй ряд. Дальше в третьем ряду встречаемся. Итак, третий ряд узора. Здесь нам рисунок уже сам говорит, что делать. Мы продолжаем формировать ромб, значит, двигать петли кверху, да? Поэтому смотрим, что у нас. У нас вот эта петля лицевая, первая, кромочная, не считаю, первая лицевая. Дальше следующая петля, которая была у нас накидом, она также провязывается лицевой. А теперь я продолжаю движение в левую сторону, поэтому я совершаю накид для того, чтобы компенсировать отсутствующую петлю, когда провязываю 2 вместе. Вот 2 вместе я провязала. Дальше у меня остается одна петля, и здесь 2 вместе разворачиваю и 2 вместе в правую сторону. Угу. Делаю опять же накид. А здесь у меня 3 лицевые петли. Накид. 2 петли вместе с движением влево. 1 лицевая. 2 петли вместе с движением вправо. Накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид, 2 петли вместе с движением влево, 1 лицевая, 2 петли вместе с движением вправо,
накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид и 2 вместе с движением влево, последняя кромочная, изнаночная. Вот так это выглядит. И здесь важно не меня слушать, а важно понять, как формируется рисунок. Для того, чтобы это понять, важно стартануть правильно. Вот когда мы поделили вот на такое количество петель в первом ряду, одна у нас будет, видите, здесь одна петля, здесь одна, здесь, она отделяет вот эти ромбы. И когда мы двигаем вовнутрь, две вместе, да, мы с каждого края должны добавлять накид, для того, чтобы компенсировать отсутствующую петлю, когда мы провязываем две вместе. Но если мы добавляем накид, то здесь у нас увеличивается число петель, и здесь они по-прежнему лицевыми становятся. Поэтому в третьем ряду, когда вот здесь у нас, смотрите, в третьем ряду получалось, что мы здесь две вместе провязывали, также компенсировали накидом. Тут у нас одна петля уже оставалась, дальше две вместе, компенсировали накидом, а тут уже три лицевые петли, вот они, да, были накиды, а стали лицевыми петлями и так далее. Дальше сейчас не буду, чтобы не путать. Вот таким образом мы провязали третий ряд. Сейчас мы переворачиваем образец и вяжем полностью все петли изнаночными. Это будет четвертый ряд. Пятый ряд. Включаем нашу логику. Мы уже здесь видим, что почти ромб сформировался. Здесь у нас лицевые петли, которые отделяют ромб от ромба. Мы первую петлю снимаем. Провязываем 3 лицевые. 1, 2, 3. А теперь у нас, смотрите, 3 петли, которые должны уйти. У нас все движение всех ромбов будет в левую сторону. Для этого мы по-прежнему делаем накид. Из 3 петель делаем 1 петлю. Я лицевую снимаю. Провязываю 2 вместе с движением вправо. То есть я сейчас показываю, как мы провязываем 3 вместе. Вот я с движением вправо провязала. Угу. И через снятую лицевую петлю я протягиваю. Таким образом у меня влево сейчас смотрят все петли. Опять накид. Считаем, сколько здесь лицевых. Вторая, третья, четвертая, пятая. Повторяю действие. То есть 3 вместе сейчас у меня с движением влево. Сейчас покрупнее покажу. Угу. Я обязательно делаю накид, первую петлю снимаю из этих 3, дальше продолжаю движение, у меня же в правую сторону здесь шла полоска, поэтому красиво также переворачиваю петли и затем их протягиваю сквозь снятую петлю, первую из этой тройки, вот таким образом. И опять накидом компенсирую, то есть если у нас было 3 петли, осталась 1, значит минус 2 петли, для этого у нас накид здесь и здесь. Я хочу, чтобы вы, дальше лицевые, чтобы вы научились понимать без схемы, чтобы вы видели, что вы делаете, поэтому схему вам не даю. Итак, лицевая петля. Ну и потом, сейчас я снимаю, переворачиваю 2 вместе и сквозь снятую я протягиваю. Угу. Что хотела сказать, что в бесплатном мастер-классе мне некуда ставить схему, и этот мастер-класс у меня... Так, вот здесь что мы делаем? Здесь мы ничего не делаем. Если мы сейчас сделаем накид, то нам нечего здесь убирать, да? То у нас просто число петель удвоится. Поэтому мы просто провязываем лицевую. Это как раз у нас полромба. Шестой ряд мы вяжем изнаночными петлями. Поскольку мастер-класс у меня не подробный, прям от и до, не будет готового изделия, которое... должно получиться на выходе, я вам его не покажу, только фотографии, которые я вязала ранее. Я бы этот мастер-класс больше назвала историю о том, как я вязала, и короткие наброски, инструкции, как вязать вам. Поэтому я вам технику даю, а в основном все творчество и все желание получить это изделие, оно, конечно, должно исходить от вас. Поэтому круто, когда вы умеете понимать, что вы вяжете, без подсказки. Когда вы посмотрели на узоры, вы поняли, как его вязать. Вот смотрите, у нас ромб уже получился. Ну, пол ромба, да? Вот. Пол ромба получились уже. И у нас движение будет, вот эта вот косичка, она будет у нас вот туда двигаться.
Итак, седьмой ряд у нас немножечко другой будет. Возможно, сейчас петли смотрят в разные стороны, я распускала, поэтому не обращайте внимания, за какую стенку я беру. Нам важна суть вопроса. Итак, первая кромочная, мы ее снимаем. Дальше мы вяжем лицевую. Раз, два, три, четыре. Сейчас мы ничего никуда не двигаем, я имею в виду с двух сторон. Мы сейчас продолжаем движение вот этой косы, и она должна смотреть влево. Поэтому сейчас я делаю один накид. И вот эту центральную петлю, когда мы закрывали 3 вместе, и следующую вот разворачиваю, я провязываю 2 вместе. То есть этот ряд, когда у нас не формируется ромб в две стороны, а когда мы в одну сторону продолжаем его. Дальше вяжем все лицевые петли, доходим опять до участка, где у нас этот ромб идет в левую сторону. И провязываем 2 вместе влево, предварительно сделав накид. Опять 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель. То есть там было 2 вместе, теперь 6 лицевых. 1 накид, 2 вместе влево, 1, 2 лицевые петли, 3, 4, 5, 6. Последняя кромочная. Это у нас 7 ряд, и мы вяжем 8 изнаночными. 9 ряд. А теперь нам нужно разъединить наши движения и сюда, и сюда. Поэтому мы первую снимаем в 9 ряду, как обычно. Угу. Вяжем 1 лицевую, 2, 3, 3 лицевых. Теперь у нас движение идет. Даже распустим 1, да, 1 кромочная, 2 лицевые, теперь у нас 2 вправо, 2 вместе с наклоном вправо, и теперь вот эта петля будет центральной, мы делаем накид, лицевая, накид и 2 вместе с наклоном влево, и так у нас идет вот эта вот полосочка. Дальше 1, 2, 3 лицевые, 2 теперь с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 с наклоном влево, 3 лицевые, 2, 3, разворачиваем петли, 2 с наклоном, 2 вместе с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном влево, 3 лицевые, накид, 2 вместе вправо и последняя изнаночная. Это у нас был 9. Вяжем 10 по рисунку. 11. Смотрим по рисунку. У нас тут прям видно, что мы 1 сейчас лицевой вяжем, а теперь 2 вместе вправо. Разворачиваем. 2 вместе вправо. Накид. 3 лицевые. 1, 2, 3, накид, 2 вместе влево, 2 вместе влево, лицевая, 2 вместе вправо, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 вместе влево, лицевая, 2 вместе вправо, накид, 3 лицевые. Какой ряд вяжем? 11 ряд. Накид, 2 влево, лицевая, что у меня тут, лицевая, и 2 вместе. А, я в прошлый раз неправильно сделала, да? Вы, наверное, заметили, это был у нас 9 ряд. Давайте исправлять, не распуская. Значит, сейчас у меня 2 вместе влево должны быть, и здесь должны быть 2. То есть этот накид должен быть здесь. Поэтому давайте его переместим, потому что, в принципе, движение правильно здесь совершено. Я вот так все распускаю, сюда затягиваю, и вот так вот. Вот это у меня последний ряд, это предпоследний. Вот из предпоследнего
Я вытягиваю петлю. Вот. Так, на место все ставлю. А здесь затягиваю потуже. Прям вот так, потуже. Итак, что мы имеем? Две вместе влево, лицевая, две вместе вправо. Мы исправили ошибку, ничего не распуская. Две вместе вправо, накид, лицевая, вот это уже правильное действие. И вот у нас видно, сюда идет и сюда идет. Сюда и сюда. 11, 12 по рисунку. 12 ряд у нас такой же, как 5, когда нам нужно 3 вместе провязывать. В начале у нас пол ромба, поэтому у нас не 3 вместе, а по-прежнему мы двигаем в правую сторону наш рисунок, поэтому просто 2 вместе провязываем, потому что это пол ромба. Делаем накид. И дальше у нас 5 петель лицевых. Накид. А теперь у нас 3 вместе должны быть провязаны. Для этого мы одну снимаем. По-прежнему разворачиваем петли, провязываем с наклоном вправо 2 вместе и протягиваем сквозь снятую. Итак, 3 вместе готовы. Накид. 1, 2, 3, 4, 5 у нас петель. И так далее до конца ряда. 13 ряд у нас заканчивается накидом и 2 лицевые петли. 14 вяжем по рисунку весь изнаночными. Итак, у нас 14 рядов получилось. Наш раппорт состоит из 8 петель и 14 рядов. Вот такая сейчас у вас картина перед глазами. Дальше мы будем повторять 7 ряда. И теперь для самых внимательных, самых настойчивых и самых желающих научиться вязать, я распишу схему. Почему я так поступаю? Потому что все-таки мне хотелось, чтобы у вас включилась логика во время вязания образца, чтобы вы понимали, что вы вяжете. Поэтому и чтобы вы видели, как рисунок сам ведет, да? И вот сейчас, когда вы связали, попробовали, возможно, не связали, а просто просмотрели, схема будет более понятна. Обозначения у нас будут такими. Схему будете рисовать так же, то есть я не смогу вам ее выслать по почте, поэтому я ее рисую вместе с вами. Это будет лицевая петля, это будет изнаночная петля, это будет накид, это будет у нас 2 вместе с наклоном, как вы думаете, куда? Влево, да? Это будет у нас 2 вместе с наклоном вправо, а это у нас будет как бы вот так, наверное. Нет, вот так мы ее сделаем. Да. Еще раз. 3 вместе с наклоном влево, да? Почему с наклоном влево? Потому что у нас вот так вот влево идут сюда косы. Не косы, а узор. Давайте начнем. Значит, у нас получается вместе, давайте рисовать. Первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Я буду использовать 8 петель, чтобы вам удобно было потом раппорт повторять. Здесь у меня будет первый ряд, третий, пятый, седьмой, девятый, одиннадцатый, тринадцатый. Вот он наш раппорт. Почему я не написала четные ряды? Потому что все четные ряды мы вязали по рисунку. Давайте смотреть и вспоминать, что мы делали. Значит, у нас начиналась вот здесь вот одна лицевая петля, как мы помним, лицевая. Затем мы делали накид и провязывали 2 вместе с наклоном влево. У нас оставалось 3 петли, 1, 2, 3 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо и накид, который компенсировал все это дело. Это был первый ряд. Третий ряд. Низко, да? Ну ладно, буду меньше сейчас. Дальше у нас лицевая. Из накида у нас тоже получилась лицевая. Здесь мы делаем накид, а вот здесь продолжаем 2 вместе с наклоном влево. Лицевая 2 вместе с наклоном вправо. Вот здесь мы делаем накид. Где мы его делаем? Седьмой, да, у нас накид.
И восьмой символ. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, восьмой символ. В пятом ряду у нас раз, два, три лицевых. Здесь у нас накид. И теперь у нас три вместе с наклоном влево. Опять накид. И раз, два лицевые. Схему рисую прямо в онлайне, поэтому могу подвисать во время разговора. Седьмой ряд у нас отличающийся от всех остальных. Потому что здесь мы сейчас ромб не формируем, мы просто движем вот эту вот линию в левую сторону. Поэтому у нас лицевая, 2, 3, 4. И вот здесь у нас сейчас одна петля получилась, да. Давайте посмотрим на вязание. Раз, два, три, четыре. Накид. Накид. И вот здесь у нас две вместе с наклоном влево. Потом у нас осталось раз, два. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. По-прежнему 8 символов. Отлично. То есть этот ряд у нас будет ключевой, потому что далее раппорт будет повторяться с 7 по 13. Продолжаем разговор. 1. Кромочные петли здесь не указаны, как вы видите. Лицевая, лицевая. А теперь у нас, да, 2 же у нас здесь было лицевых. Да, 2 лицевых, 2 лицевые. Затем у нас движение в правую сторону. Накид и 1 лицевая. Вот она. Здесь из накида у нас будет лицевая. Дальше опять накид на месте вот этой. Здесь 2 вместе с движением влево. И еще 1 лицевая. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В клеточках переписывайте, и тогда будет все понятно. 11 ряд. Лицевая. 2 вместе с наклоном вправо. Накид. Лицевая. 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 Накид. 2 вместе с наклоном влево. 13 ряд. Когда нам нужно сделать вот эту вещицу? 3 вместе провязать, да? Но здесь у нас разошелся ромб, поэтому этого не получится. Но мы сделаем. Значит, что у нас? Вот в этом моменте, например, у нас 2 вместе с наклоном вправо. Накид. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И вот здесь, когда у нас 9 петля, да, например, и 10 петля, как бы у нас здесь выглядело? У нас бы здесь выглядело вот так и вот так. Поэтому 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Нет, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Что не так? Все так. Если эта часть у нас заканчивается, то мы бы здесь не делали накид, мы просто провязали бы лицевую. Но поскольку мы сейчас продолжаем, да, чтобы понять, то тогда у нас получается вот на этой части уже будет вот так вот выглядеть. Тынц, тынц. Да? Чтобы этот накид относился сюда. Если у нас в этой части заканчивается раппорт, то тогда эта бы петля у нас была лицевая для того, чтобы не увеличивать число петель в ряду. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь по-прежнему. А это уже относится к следующей части, вот как в пятом ряду. То есть далее раппорт повторяется с 7 по 13 ряд. Вы можете повторить и нарисовать, взять в общем листочек в клеточку, расчертить петли до 16, например, да, для того, чтобы затем опять повторить эти же петли здесь. И тогда вот эта вещь у вас сойдется. Угу. Если будут вопросы, спрашивайте. Но опять же, почему я не дала, все не разжевала? Потому что мне хочется, чтобы вы включились в работу, чтобы
умели понимать, что вы делаете, и для того, чтобы вы видели, и чтобы сразу не боялись. Потому что бывает, увидели схему, вообще не понимаете, что происходит. Здесь тоже ничего не понимаете, путаетесь. Смотрите, включайтесь, думайте, потому что здесь, смотрите, как вы видели, я на узор посмотрела, рассчитала и нарисовала. Поэтому здесь все видно, все петли всегда нам подсказывают, куда они хотят и чего они хотят. И опять же напоминаю, это формат не мастер-класса, а формат истории о том, как я вязала, и рекомендации, как связать такой же джемпер. Поэтому вот она схема, останавливайте видео, переписывайте. И помните, что у нас раппорт 7 по 13 ряд потом повторяется. А все четные ряды провязываются изнаночными петлями. В идеале связать еще пару раппортов нужно для того, чтобы еще целый ромб появился там или два. Я этого делать не буду, мне этого достаточно для того, чтобы вам объяснить принцип расчета петель. Показываю, как мы закрываем петли. Одну снимаю, затем провязала и протянула сквозь снятую. Провязала, протянула сквозь снятую. Провязала, протянула сквозь снятую. Этот способ петель не стягивает последний этот кромочный ряд закрытый, да, он довольно эластичный, подвижный, сохраняет форму и выглядит аккуратно. Закрывайте петли до конца и приступим к измерению рисунка, к измерению узора. Когда мы закрывали петли, у нас осталась последняя петля, я ее делаю шире, протягиваю сквозь нее клубок, потому что я отрезать ниточку не буду. Если вы отрезаете нить, то, конечно, проще отрезать нить и протянуть ее через эту петельку. Вот такой образец получился. Немножко забегу вперед. Когда вы будете набирать петли на изделие, когда уже все рассчитаете, оставьте довольно большой длинный вот эту нить, чтобы ею потом выполнять трикотажным швом, выполнять соединение. Итак, когда мы связали образец, сейчас нужно определить плотность вязания. Но сначала мы образец постираем. Итак, прежде чем стирать, первое, что мы делаем, мы образец измерим ширину и высоту, затем постираем в прохладной воде, высушим на горизонтальной поверхности, и после этого еще раз измерим и посмотрим, что произошло с образцом. Если образец немножко вытянулся, то значит нужно понимать, что изделие вы будете вязать меньше с учетом того, что после стирки изделие вытянется. Мы будем рассчитывать вашу плотность вязания, исходя из стиранного образца, поэтому важно его обязательно постирать. Мне многие спрашивают, достаточно намочить или прям важен процесс стирки. Важен процесс использования стирающего средства для того, чтобы все волокна раскрылись. Состав моющего средства, если я не ошибаюсь, ланолин входит, может быть, какой-то другой химический препарат, который помогает раскрыться, и не каждое, кстати, средство имеет этот ингредиент, поэтому используйте для стиральные порошки, для шелка и шерсти. Когда речь идет о стирке образца, в какие-то моменты на скорую руку, я, если это пряжа неприхотливая, в данном случае у нас обычная неприхотливая пряжа, я просто использую жидкое мыло под краном, под струей прохладной воды, я стираю этот образец и просто высушиваю на горизонтальной поверхности на полотенце. Можно положить, когда вода впитается и влажным станет образец, можно переложить на какую-то другую поверхность, избегая прямых солнечных лучей. Итак, ваш образец высох, давайте сейчас перейдем к замерам. Когда связан образец, возможно, он у вас выше, нам нужно произвести замеры. Мы замеряем образец в спокойном состоянии. Кромочные петли можно в расчет не брать, то есть у меня получается, сколько же это у меня получается, 14 сантиметров, у меня 30 петель минус 2 кромочные, 28 петель равняется 14 сантиметрам. Так, и здесь тоже в расслабленном виде резиночка, но ее, конечно, лучше растянуть, потому что хлопок резинку не держит, и после стирки вытянется вся резинка. Но когда она очень вытянутая, она не очень симпатичная. Поэтому я чуть позже вам покажу резиночку специальную. Она как леска, но тянущаяся. Ею можно потом края аккуратненько собрать. И резинка все-таки останется в этом состоянии. И будет эластичная. И выглядеть будет похоже на резинку, а не на такую гладь.
Поэтому тоже измеряем. Но в принципе суть ясна. Нам особо к резинке здесь расчетов применять никаких не нужно. Вот если мы растягиваем ее, она как раз и дотягивается до 14 сантиметров. Поэтому все здесь хорошо. Сейчас постирайте образец. Просто зачем замерять и резинку тоже, чтобы вы действительно после стирки увидите, как она растянется. Вы можете сейчас ее замерить, вот у меня там 12,5. После стирки она заметно растянется. Поэтому сейчас, когда вот изделие, то есть не изделие, а что у нас образец готов, он у нас не отпарен, мы его отпаривать перед замерами тоже не будем, потому что после стирки петли все встанут на свои места и станут гораздо аккуратнее. Поэтому замерьте и в ширину, и в высоту. Затем постирайте образец. И после стирки его нужно еще раз замерить, и вы увидите разницу. И будете понимать, что изделие вы свяжете немножко меньше, чем вам кажется. Да, потому что после стирки оно вытянется. Либо наоборот, если образец сел, то значит по новым расчетам нам нужно будет вязать изделие больше для того, чтобы когда вы примеряете, не постиравши его, оно будет больше, после стирки оно сядет. Вот для этого мы измеряем образец до и после, чтобы понимать, чего ожидать от готового изделия, каким мы его вяжем, более длинным или более коротким, например, более широким или более узким. Итак, когда образец у вас высушен, вы делаете новые замеры и, исходя из новых замеров, рассчитываете вашу плотность вязания. Как у меня получилось? У меня 30 петель минус 2 кромочные, 28 петель у меня равняется 14 сантиметрам. Значит, я все делю на сантиметры. 28 я делю на 14 и получаю 2 петли в одном сантиметре. Если вы высчитываете высоту, значит, плотность по рядам, точно так же измеряете. У меня 8 сантиметров. Сколько там рядов у нас? 14 плюс 8, 24 ряда. 24 ряда я делю на 8 сантиметров и получаю 3 ряда в одном сантиметре. Все просто. Вот это наша плотность вязания. Плотность. 2 петли в одном сантиметре, 3 ряда в одном сантиметре. Но когда мы измеряем все-таки во время вязания, мы работаем и считаем по рядам, все-таки прикладывать лучше сантиметр, потому что погрешность может быть высокая и не совсем точно. Но в принципе, если так рассчитать, это будет хорошо. Но опять же, нужно ориентироваться на сантиметровую ленту. Итак, ваша плотность вязания определена, пора идти к выкройке. Давайте посмотрим, прежде чем приступим к выкройке, посмотрим, как выглядит выкройка, а далее мы ее самостоятельно построим. Как вы увидели, в выкройке как бы чертеж понятен, но описание не видно, оно то ли на английском, то ли на французском, очень мутное. Поэтому давайте самостоятельно построим выкройку. Из моего опыта и моих рекомендаций я предлагаю вам, прежде чем начать ее строить, измерить свой обхват груди, поделить его пополам и узнать ваш размер. Вот он мой размер, например, 42. Изделие на фотографии, которое я связала и показываю вам в этом мастер-классе, связано на размер 46-48, поэтому на мне смотрится немножко великовато. Поэтому, исходя из опыта, ну так, чтобы было удобно, да, и хорошо, исходя из своего опыта и комфорта, я предлагаю вам к вашему обхвату груди добавить 7 сантиметров и такой ширины связать изделия. 49 даже можно добавить 5-7 сантиметров, 5 или 7. И возможно лучше добавить 5 даже, да, давайте сделаем так, 47 получится. Добавить 5 для того, что если вы вяжете из этой пряжи, немножечко изделие потом растянется. Возможно до 51, и это тоже нормально. То есть к вашему объему груди вы добавляете 5 сантиметров, выходите на ширину изделия. Итак, ширина изделия, ширина изделия 47 сантиметров. Высоту нужно измерить самостоятельно. На мне высота изделия 57 сантиметров. Длина изделия 57 сантиметров. Вы меряете от косточки. Так, где у меня новый черновичок? Вот у нас плечо, вот у нас фигура.
Значит, вы меряете вот здесь косточка, вот так рука у нас опускается. От этой косточки вниз измеряете высоту, которая вам нужна. Вот у меня 57 сантиметров. 57 сантиметров. Возможно, вы захотите связать длиннее, если вы вяжете другим узором, вас интересует только выкройка. Длиннее. Возможно, вы видели, что платье бывает. Да, бывает платье, оно такое получается. И здесь такие вот рукава с прорезью. И платье получается тоже очень симпатичное. Поэтому длина вот от этих мест и дальше куда хотите. Итак, длину мы определили изделия. Далее нам нужно ширину горловины. Ширина горловины. Мы измеряем, что это у нас, обхват шеи. Обхват шеи. Мы разделим пополам. У меня получается 32, я делю на 2, получаю 16. Дальше мы добавим на свободное облегание плюс по сантиметру с одной стороны, еще сантиметр с другой стороны. И еще у нас будет 2 сантиметра на, как это называется, на планку, которая будет идти по горловине. Плюс 2 и плюс 2. Итого у нас получается 22 сантиметра. Перепроверьте меня. Может быть, я ошиблась. 17, 18, 19. Да, 22 сантиметра ширина горловины. Дальше глубина горловины. ГГ. Возможно, я этот термин сейчас придумала. Не ругайтесь. Глубина горловины. По спинке 3 сантиметра. По переду 9 сантиметров. 9 сантиметров. Угу. Все, теперь, исходя из этого расчета, давайте построим выкройку. В экран у меня не помещаются мои записи, я лишнюю беру, оставлю то, что здесь есть, вы смотрите на свои. Итак, наверное, мы, вот так лучше развернем. Вот таким образом у нас выглядит выкройка. Вот так. Вот так, вот так и вот так. Правильно? Мы определили 47 сантиметров ширина, высота изделия 57 сантиметров. Дальше глубина переда, горловины переда и плечевого скоса одновременно 9. А вот здесь глубина спинки у нас получается, сколько это? 3. 9 и 3. Сделали. Здесь у нас получилось 22 сантиметра. Угу. Значит, мы можем рассчитать, сколько у нас на плече осталось. Да? 47 минус 22. Давайте вместе, я без калькулятора. 25 мы делим пополам. 12,5 здесь. И 12,5 здесь. 25 плюс 22, 47. Угу. То есть таким образом вы высчитываете вот эти цифры касательно вот этого места, куда пришивается рукав. Здесь у нас будет еще резинка 2 сантиметра или 3 сантиметра высоту. Да? Решите самостоятельно. Я думаю, 3 нормально будет. 3 сантиметра. Дальше. На размер до 44-го ширина 40 сантиметров достаточно для руки. То есть вот так будет здесь 20 и здесь 20. Поэтому прямоугольник, который будет здесь пришиваться, он будет высотой 40 сантиметров. И вот таким образом будет здесь резинка. То есть прямоугольник вяжется вот так. Вы вяжете сначала резинку, так же, как и здесь снизу, а затем рисунок. Связали нужную высоту и закрыли петли, пришили, и затем пришили как нужно, чтобы все это дело свернуть. Если у вас размер больше 48, добавляйте уже сюда 21 и сюда 21, да, с каждым размером. Значит, 48 это будет 42 сантиметра, 40 какой-то 50-й уже будет 44 сантиметра, потому что рука шире, да? Вот.
Соответственно, здесь сколько у нас остается? Давайте посчитаем. Давайте считать 49 плюс 3, 51. Правильно? 49. Это 49 плюс 3, 52. А у нас здесь 57. Значит, здесь 5 сантиметров останется. Это то место, куда начнет пришиваться рукав. Но его как бы знать не нужно, нам нужно просто высоту связать, да? Вот если мы когда вяжем, прежде чем приступить к оформлению плечевого скоса и горловины, мы 57 отнимаем 9, 57 вот они, а 9 вот они. 57 отнимаем 9, остается 48. Торможу, да? 48, да, 48. Значит, вот это вот высота. 48 сантиметров, потом вот эти 9, и получится 57. Так, это рассказала. Дальше рукав. Рукав я тоже уже рассказала. Рукав рассказала, но не весь. Мы определили ширину рукава, вяжем его вот так. Высота резинки тоже 3 сантиметра, то есть у нас одинаково все должно быть. Дальше мы вяжем. Ширину мы знаем, да, 40, 20 плюс 20, 40. Если у вас больший размер, 42 получится. По выкройке, которая дана в интернете, там пошире рукав. Ну, я вязала шире, перевязывала. В общем, я остановилась на вот этих цифрах. Не очень хорошо получается, когда очень широко. И важно, что в этом прямоугольнике, вот в этом прямоугольнике у нас должно получиться поместиться два квадрата. Поэтому если у нас здесь 40, то вот здесь у нас 17. Сообразили? Если ширина 40, то половина отрезка это 20. 20 минус 3 – 17. То есть вот это вот высота у нас 20. 3 сантиметра резинка и 17 сантиметров высота нашего прямоугольника. То есть итого в ширину 40, в высоту 20. Вот такой прямоугольник вяжется. Вот направление его вязания. Это у нас место пришивания. Вот сюда вы пришиваете рукав. Затем сворачиваете, как показано на выкройке. Также пришиваете. И остается разрез для руки. Теперь, когда вы знаете вашу плотность вязания, знаете выкройку, вам легко можно рассчитать количество петель. Давайте на моем образце, если у нас 40 сантиметров, плотность вязания 2, получается 2, помните, да, почему? Потому что у меня в 28 петель вмещается 14 сантиметров, 28 делю на 14, получается 2. 47 умножаю на 2, вот без калькулятора тяжело, 94 петли плюс 2 кромочные, остается 96 петель. Нам важно, чтобы 94 петли делились на 8. У нас раппорт вот этот вот, да? Значит, во-первых, они должны делиться на 4, чтобы у нас резинка состоялась. Затем у нас должны делиться на раппорт, на 8. Я сейчас выключусь, чтобы сосчитать на калькуляторе. Итак, нам нужно выйти на цифру, которая вот это вот, без учета кромочных, которая будет делиться и на 4 для резинки, и на 8 для узора. Это цифра 96. 96 делится на 4, и 96 делится на 8. Плюс 2 кромочные, итого 98 петель будет ширина моего изделия. Вот, 47 сантиметров. Будет равняться 98 петель. Я наберу 98 петель, провяжу высоту резинки 3 сантиметра, резинка 2 на 2, перехожу на узор и вяжу высоту 48 сантиметров. Плечевой шов и скос горловины, конечно, должен рассчитываться. В этом мастер-классе я могу сейчас вам рассказать только технику, как это делается. А вязать, конечно, вы будете самостоятельно и горловину, и плечевой скос. Поэтому сейчас к этому вернемся. Дальше продолжаем по рукаву 40 сантиметров. Также я умножаю на 2. Это будет 80. Не пишу, потому что 80 делится и на 4, и на 8. Да? Плюс 2 кромочные. 82 петли у меня будет на рукаве. Соответственно, высота тоже у меня должна быть 20 сантиметров. Вот такая выкройка.
понятно, что два рукава должно быть, да, вот сюда они пришиваются. Понятно, что две детали перед и спинка, итого четыре детали. И далее трикотажным швом соединяется изделие, две части изделия соединяются. Когда пришивается рукав, лучше использовать матрасный шов крючком. В моих бесплатных мастер-классах я показываю, как я пришиваю рукава и как выполняю боковые швы. Наберите в бесплатный мастер-класс свитер букле, вот на сборке, там видно, как я это делаю. Так, с этим все. Когда мы изделие собрали, горловине плечевому скосу в конце, когда мы все это связали и собрали, начинаем мерить и понимаем, что возможно либо до стирки, либо после стирки резинка очень слабая. Поэтому нужно через край набрать прозрачной резиночкой по нижнему краю, для того, чтобы она все время держала форму. Сейчас покажу эту резиночку. Резиночка. Что мы видим? Made in Germania. Эластичная. Ну и все. Выглядит она как леска. Вот. Давайте даже вот так сделаю. Выглядит она как леска. И тянется. Она нет, она не белая. В кадре сейчас она белая. Она прозрачная, как прозрачная леска. И она тянется. Если потянуть очень сильно, ну очень-очень сильно, ее можно порвать. Поэтому, конечно, когда вы ею пользуетесь, пользуйтесь в пределах нормального растяжения. Значит, что мы отрезаем резинку той ширины, которой она нам будет нужна, и чтобы не было узелков. И аккуратно через край все изделие проходите, и тогда резиночка во время носки вашего изделия не будет растягиваться. Все. Не рассказала, как пришиваются рукава. Посмотрите, пожалуйста, нижняя часть фотографии, левая сторона. Мы пришиваем рукав к спинке, одну его часть, а потом, смотрите, нижняя часть фотографии, правая сторона, да, мы сворачиваем рукава и пришиваем их к передней полочке, к передней части изделия. Угу. То есть внимательно посмотрите на эту выкройку и сверните, пришейте рукава так, как нужно. Итак, если вы не знаете, как рассчитать, оформить вырез горловины и плечевой скос, давайте этим займемся. Исходя из моих размеров, я буду сейчас рассчитывать. Значит, мы знаем, что у меня 1 сантиметр – это 2 петли, и 1 сантиметр – это 3 ряда. Я сейчас рисую плечевой скос. Ширина, как вы помните, у меня 98 петель. Вот должен сейчас у меня быть плечевой скос, а также вырез горловины переда. Я знаю, что здесь у меня высота 9 сантиметров. 9 сантиметров умножаю на 3, это 27 рядов. Далее я знаю, что здесь у меня по выкройке, вот здесь, да, я вижу, что это 9 сантиметров высота. И здесь я знаю, что у меня 12,5 петель. Нет, что это сантиметров. Также я знаю, что здесь у меня 22 сантиметра. Давайте от них отталкиваться. 22 сантиметра это у меня умножить на 2, 44 петли. То есть сейчас я все перевожу в петли и в ряды. Здесь у меня 44 петли. Если было 98, мы отнимаем 44. Остается сколько? 54 петли я делю пополам. Получаю 27 петли здесь и 27 петель здесь. Итак, что мне теперь нужно понимать? Мне нужно видеть, что как формируется плечевой скос. За 27 рядов, 27 не бывает, 28, да, четных, ну, 27 рядов, мне нужно убрать 27 петель. Отлично, это вообще классно делается. А дальше что? То есть здесь особо считать не нужно, в каждом ряду нужно убирать. И затем 44 петли тоже нужно будет распределить на 27 рядов. Итак, что мы знаем? Что когда мы убавляем петли, убавляем, мы убавляем их один раз за два ряда. То есть с этой стороны мы будем убавлять в лицевом ряду, мы будем вязать две части изделия, да, поделится у нас, значит, у нас будет убавление сюда происходить, а с этой стороны по изнаночной стороне мы свяжем один треугольничек,
Потом ниточку присоединим и продолжим. Будем убавлять здесь с лицевой стороны, а здесь с изнаночной стороны, когда ряд возвращается. Сейчас нам нужно рассчитать, как часто здесь мы убавляем петли и как часто здесь убавляем петли. Итак, мы знаем, что у нас 27 рядов. Давайте сделаем 28. Точнее, ну, исходя из расчета 28 рядов, мы знаем, что мы за 14 раз должны убавить энное количество петель, да? За 14 раз, потому что мы один раз эту сторону мы убавляем только в лицевых рядах, эту сторону только в изнаночных. Значит, этот раз, два, раз, два. Убавляем раз в два ряда. Здесь раз в два ряда по изнанке здесь. Поэтому все просто. Когда мы смотрим на 27 петель и понимаем, что их нужно убрать за 14 раз, мы убавляем каждые 2 петли путем закрытия петель. То есть 2, 2, 2. И так 14 раз. Таран-таран-таран. Пишем. 14 раз. То есть 14 умножить на 2, это будет 28 петель. Мы каждый раз закрываем 2 петли. Не провязыванием 2 вместе, а путем именно закрывания петель, как мы закрывали ранее, когда вязали образец. С этим разобрались, да, и мы выходим на точку. Теперь делим эти цифры пополам. 22 петли сюда и 22 петли сюда за 14 раз. Но здесь нам, если мы будем просто поделим, да, у нас получится такой прямоугольник. Нам нужно сделать все-таки такой полукруг, да, поэтому мы 22 поделим еще на 3, это будет по 7. Значит, у нас где-то будет здесь 7 петель и здесь 7 петель. Первые 7 мы закроем сразу. И у нас останется 14 раз, 12 раз. Вот на 6 раз мы дальше поделим. То есть здесь у нас как бы на 3 нужно делить. Дальше у нас останется еще 7 петель, мы закроем. 4, 3, 2, 1. Это уже будет 1, 2, 3, 4, 5, 9 раз остается. Дальше закрываем по 1 и 2 раза по 0. Не закрываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 0. Итак, считаем количество раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Отлично. За 14 раз мы закрыли сколько петель? Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17 плюс 7. 17 плюс 7. 24, а у нас 22 петли, поэтому здесь можно нолики тоже поставить. Нолик и нолик. И таким образом мы поняли, сколько закрывать здесь петель и сколько закрывать здесь петель. Пишу теперь крупным планом. Закрываю 7, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, а потом 1, 2, 0. То есть не закрываю, просто вяжу 4 0. Вот. Это у меня будет вырез горловины, а это у меня 14 раз по 2 петли, это будет у меня, ну и тогда, да-да-да-да-да-да, это будет плечевой скос. Когда мы знаем, что у нас это был перед, когда мы знаем, что у нас спинка, показываю прям коротко-коротко, когда у нас спинка, высота горловины 3 сантиметра, умножаю на 3, это 9 рядов, ну 10 рядов, да, 10 рядов, это значит за 5 раз нам нужно сформировать вот этот вот вырез горловины. Помните, что когда вы вяжете спинку, вы с определенного, с такого же места, как и на переде, начинаете формировать плечевой скос, но если на переде плечевой скос формируется одновременно с плечевым скосом и горловиной, то на спинке сначала плечевой скос, потом, когда вы не довязываете 10 рядов, вы начинаете продолжайте плечевой скос и горловину. Давайте 44 петли уложим в 5 раз, да? Также давайте поделим 44 на... Здесь можно 44 поделить на 4. 11.
куда бы написать. 11 у нас будет 4 части, вот так. Мы 44 поделили на 4 части. Вот они, 1, 2, 3, 4. Значит, это будет здесь 22 петли. И 11 сюда, 11 сюда. За 5 раз это по 2. Значит, здесь будет 3, 2, 2, 2. И, наверное, еще раз 2. 1, 2, 3, 4. Да, 8. Угу. Вот мы уложились в 5 раз. 11 сюда, 11 сюда и 22 в центре. Таким образом будет закрыта спинка. Спинка. Если вы слушали внимательно, то мои вот эти вот записи, узоры и цифры вам будут понятны. Все, что еще могу сказать? В рамках такого короткого мини-мастер-класса, повторяю, это не полноценный мастер-класс, это мой отзыв на ваши просьбы. Вы очень-очень долго меня просили, поэтому я очень хочу, конечно, все успевать, но все не успеваю, поэтому такой у меня короткий мастер-класс получается. Как мы убавляем петли без ступенек, то есть все детали, как формируется, как аккуратно выполнить плечевой скос, чтобы не было ступенек, как выполнить аккуратно горловину, это все можно посмотреть в моем бесплатном, и как выполнить плечевые швы, это все можно посмотреть в моем мастер-классе бесплатном каком. Букле, свитер-букле, посмотрите, как я делаю, будет понятно. И касательно обработки горловины, потом по краю нужно будет набрать петли и связать высоту резинки. Скорее всего, у вас это будет круг, если нет, то можно также выполнить потом плечо, да, возле горловины, продолжите соединить по бокам вот здесь резиночку, да, но лучше вязать по кругу, то есть выполнить плечевые швы, а потом по кругу набрать петельки по переду и спинке и соблюсти именно чередование 2 на 2, чтобы у вас потом не случилось, что в какой-то момент у вас 3 лицевые или 4 изнаночные подряд. Поэтому количество петель на круге должно делиться на 4. Как набирать петельки? Сейчас я подумаю. Как набирать петли на такую горловину, я сделаю дополнительный либо прям урок, либо это будет такой лайфхак, короткое видео, ну, короткая инструкция. Поэтому пока начинаете вязать, я думаю, недели через две, может быть, раньше я выложу горловину, как мы набираем, и вы сможете закончить, завершить ваше изделие. Если вы вяжете по моим бесплатным мастер-классам, то вы знаете, как я соединяю изделия, боковые швы трикотажным швом. Поэтому этот шов, он доступен в интернете, доступен в моих бесплатных мастер-классах. Используйте этот шов и соединяйте аккуратно ваши изделия. Носите с удовольствием, аккуратно за ним ухаживайте. Выкройку мы с вами нарисовали. Выкройка есть теперь у вас. Ссылки на описание в интернете я не могу дать, потому что они у меня затерялись. Могу сказать одно, что в интернете есть правильные ссылки, честные, а есть, как бы это сказать, ну ладно, неправильные ссылки, которые просто похожие, но если вы будете по ним вязать, по этому описанию у вас не получится. Поэтому в этом коротком таком мастер-классе или рассказе, как я вязала это изделие, я дала рисунок, я дала вам выкройку. Вяжите, пожалуйста, и украшайтесь. В случае, если у вас будут вопросы, пишите, конечно. А так напоминаю, что все мои мастер-классы есть на сайте belanida.ru. Жду вас в гости. До скорых встреч. Пока.